секторе искусств научной библиотеки Института культуры открылась новая выставка «Трибун и лирик», посвященная 115-летию со дня рождения советского композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. 25 сентября исполняется 115 лет со дня рождения великого композитора и пианиста Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Дмитрий Шостакович – классик музыки 20 века. Ни один из ее великих мастеров не был так тесно связан с трудными судьбами своей родной страны. Не сумел с такой силой и страстью выразить кричащее противоречие своего времени, оценить его суровым нравственным судом. Мировая слава пришла к Дмитрию Шостаковичу в 20 лет, когда его первую симфонию услышали не только на родине, но и в Америке и Европе. Вскоре его сочинения зазвучали со сцен лучших концертных залов и театров мира. Одним из самых известных произведений композитора является «Седьмая симфония», более известная как «Ленинградская». В августе 1942 года «Седьмая симфония» прозвучала в блокадном Ленинграде. «Седьмая ленинградская симфония» была воспринята во всем мире как живой голос сражающегося народа, вступившего в схватку не на жизнь, а на смерть, во имя права на существование, защиту высших человеческих ценностей. В экспозицию представлены уникальные книги о великом композиторе. Среди книг особый интерес представляют следующие издания: Хентова, Шостакович, «Жизнь и творчество», монография, Шостакович, пианист, Михеева, «Жизнь и творчество», Данилевич, Шостакович, Шагинян о Шостаковиче, Шеремян, Шостакович, симфонии 1936 по 1953 год, симфонизм Шостаковича, Ширинские скрипичные произведения Дмитрия Шостаковича. Приглашаем студентов и преподавателей посетить нашу выставку.